Вопрос о запрете Бианорда и его аналогов на красноярских улицах вынесут на общественные слушания. Комиссия горсовета сегодня определила предварительную дату. Напомню, после череды жалоб горожан на испорченную обувь и автомобили, группа депутатов предложила внести изменения в действующие правила благоустройства. Они выступают за полный отказ от нового противогололедного средства, а также от других веществ, наносящих вред экологии и имуществу. Однако то, что компоненты Бианорда являются таковыми, не доказано. Более того, по словам городских чиновников, необходимые по закону экспертизы провели еще до закупки Бианорда. Те материалы, которые они продают, прошли федеральную экспертизу и соответствуют федеральным нормам. Вот то ли они под эту федеральную экспертизу предоставили тот ли материал, вот здесь вот можно проверять. Но то, что приобретен материал, соответствующий федеральным нормам, ну это факт, это следует из документов. Что на самом деле, это уже другой вопрос. Также напомню, после жалоб горожан уже проводилось несколько независимых экспертиз относительно безопасности Бианорда. Негативных воздействий на человека или среду они не выявили. Дата общественных слушаний касательно его использования – 19 мая, предварительная. Ее, а также точное место и время проведения должны утвердить депутаты на очередной сессии горсовета в середине марта.